Встреча с родными Нельсона Манделы, прием в президентском дворце Джейкоба Зума и выступление в университете Суэта. Барак Обама завершил второй день визита в Южноафриканскую республику. Поездка в ЮАР первого чернокожего президента Америки проходит в тот момент, когда все южноафриканцы переживают за судьбу первого чернокожего президента своей страны. Но чтобы не мешать выздоровлению Нельсона Манделы, Обама решил не посещать его в больнице. Выступая перед студентами в Йоханнесбурге, американский лидер был вынужден оправдывать внешнюю политику своей страны. Существуют организации экстремистов, которые никогда не пойдут на компромиссы, не будут участвовать в демократическом процессе. Поэтому нам стоит быть реалистами. Мы же хотим развивать партнерство с африканскими странами и хотим понять, чем мы можем им помочь. В субботу несколько родственников Манделы посетили его в госпитале Притории, где тот находится уже 3 недели. Репортерам удалось заснять, как дочь экс-президента и его внучка выезжают из ворот больницы. В официальных формулировках состояние здоровья Нельсона Манделы описывается по-прежнему как критическое, но стабильное.